стали ему помешали. Борьба идет в углу площадки. Лазарев устремился к воротам. Опасный момент. Ну-ка, надо оставить шайбу в зоне. Молодец Стрямкин. Бросать ему было неудобно, но шайбу в зоне он оставил. Снова три выдох. Там Белис. Гусев. Ну, бросок. Гусев хладнокровно сыграл на паузе. Не торопился бросать. Но, понимаете, в результате... Ой, логотип с шестеркой КХЛ. Это как раз шестерка и обозначает, что сезон шестой. Браво! Якуб Коварш, как он вытащил шайбу после этого броска Павла Бучневича. Очень эффектно. Смотрим еще раз. Вот как раз с этой точки хорошо вам будет видно. По сути, выход один на один. И бросок очень хороший. Резкий, сильный. В девятку. В левый от Коваржа угол. Но единственное, что... У Коваржа на левой-то руке ловушка. И ему, конечно, было проще отразить этот бросок, чем если бы северстали. А вот Бумагин, вот он как раз является воспитанником белгородского хоккея. Бросок! Коварж хорошо сыграл, но, правда, выпустил шайбу. Но вовремя ее накрыл. Еще раз вы видите этот момент во всех красках, во всех подробностях. Ну, в общем, конечно, очень опасный момент был у ворот автомобилиста. Выражает недовольство решением арбитра. Наши атакуют в меньшинстве. Опасно! Ох, какой был шанс у Алексея Симакова. Очень тонко он пытался обыграть вратаря, и казалось, ему это удалось сделать. Но шайба пролетела рядом со штангой. Вместе с ними Беланже. Бердников. Пас назад. Шинин бросает. И молодец. Коварш намертво ловит эту шайбу. Ну и еще один раз в третьем. Посмотрим, как будет сегодня. Опять Северсталь атакует. Опасно. Передача. Гол. Очень красивая комбинация. Отличился, кстати, Николай Бушуев. Лишь подставить клюшку. Смотрим еще раз эту атаку. Вот шайба у Бушуева. Пас на Земченко. Он возвращает шайбу Бушуеву. И вот Рыбницкий вроде ведет с ним борьбу, но все-таки не успевает помешать ему с передачей. Но вот эта передача была точной. Гусев идет вперед. Жмакин. Бросок. Можно на добивание сыграть. И гол! Жмакин бросил по воротам и сам же добил шайбу. У него чувство гола. Посмотрите, все сам сделал. Бросок. Смотрите, далеко не первый ведь Жмакин был. Смотрите, перед ним три хоккеиста Северстали. Но на добивании именно Жмакин оказался первым. И вот добил он шайбу в сетку. Ох, как ошибся Беланже. Бросок. Коварш выручил и зафиксировал шайбу. В средней зоне допустил ошибку опытный канадский нападающий. Но дело в том, что Андрей Назаров... Бросок. Хорошо играет Коварш. Он ушел сам. Его никто не увольнял. Андрей Назаров принял приглашение Донецкого Донбасса. Малыхин получил, по-моему, повреждение. Коварш склонился. Смотрим еще раз, что случилось. Ну, вот тут такое столкнулся Игорь Петров. И кто называет Северсталь аутсайдером? Да, команда потеряла своих лидеров. Но это, конечно, не аутсайдер. Опасный момент. Судья дает хоккеистам побороться. Но вот сейчас только дал свисток. Автомобилист тоже там был. И даже дольше, чем Северсталь. Но только он не в турнире участвовал. Сыграл 6 матчей. Но выполнил этот прием Жмакин не очень удачно. И шайба полетела в нескольких метрах от Симакова. Какой момент! Вот так вот. Атаковали наши, атаковали. А тут едва Антипов не забил гол. Вот видите этот момент. Очень такой... Финт интересный одной рукой. Еще раз смотрите, как красиво было.